Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Лючи Тру «Серебряные украшения». И мы с вами продолжаем наслаждаться бижутерией. Да? Шикарная бижутерия с посеребрением. То есть к телу у нас идет серебро, состоит из меди, алюминия и цинка. Вот такая вот красота дизайнерская, сделанная под старину. Смотрится очень эффектно и тактильно тоже очень приятная. И поближе начнем с вами смотреть. Значит, сережки, смотрите, ничего лишнего. Вот этот вот вензель, который напоминает нам старину. Обыкновенная английская петля. Сюда, в принципе, можно легко продеть силиконовые заглушки, да, и сережечки никуда не упадут. По весу не совсем вот такие фольгированные легкие, но и в то же время не сильно тяжелые. Прям винтаж-винтаж такой, даже внешняя работа. Перстень, смотрите, хорошо мне сел. Он безразмерный, его можно для себя отредактировать. Браслетик не сильно крупный, по размеру только, мне кажется, вот 17,5 и 18. Мне прям вот, видите, 18. Он, с одной стороны, ничего не пережимает. Вот пальчик у меня сюда совершенно спокойно влезает. Но вот кто любит покрупнее, наверное, не повезло. Не наш случай, да? И кольеха, я его тут так положила сразу, сейчас аккуратненько поднимем, смотрите, какая прелесть. Мне напоминает какие-то старинные такие украшения, знаете, раньше, мне кажется, всякие дипломаты с такими вот типа орденами приезжали, да, в старину сделано. Прям медальон, видите, это все у нас стоят просто кристаллы, никаких профианитов здесь уже речи нет. Для тех, кто любит писать, что вот стекло, ну да, кристаллы. То же самое медальон, очень красиво, видите, завершается. Каждый элемент здесь очень хорошо продуман, да, в каждом есть работа и такое вот завершенное полностью изделие, когда все одно, и один элемент плавно переходит в другой, и все имеет такой завершенный вид. Очень хорошенькие, смотрится их, хочется их разглядывать, трогать. Тактильно тоже очень приятные и по весу достаточно ощутимые. Хорошо то, что кольешки все заканчиваются цепочкой, и вы всегда можете отрегулировать, допустим, пусть это будет видно в зоне декольте, либо вы наденете сверху поверх какого-либо там наряда, балахона или еще чего-то. Значит, по этим колье, в принципе, они все однотипные, разные только цвет. Посмотрите, какой здесь цвет изумруда. Да, кристаллы, всем все понятно, но сегодня бижутерия в моде, она всегда была в тренде, и трендовые бижутерные украшения стоят достаточно больших денег. Эти украшения сделаны а-ля Una D50, да, 50, немножко вот в этом стиле. Поэтому, я думаю, не стыдно в них пройтись в люди и получить массу комплиментов. И вот такое же колье у нас с цветом хрусталя. Наверное, вот так вот все-таки будет лучше, да, видно, мне кажется. И это колье у нас есть еще с цветом сапфира. Еще раз говорю, все цвета назвали по цветам камней, на самом деле это кристаллы. Хорошо отшлифованные, хорошо мерцающие, но кристаллы. И еще смотрим с вами модельки. Вот такую модельку мы взяли и подобрали к нему сережки. Тоже очень эффектно смотрится. Знаете, какие интересные здесь бусины, словно такие крупные гречишные зерна, да? Вот такой медальон. Опять же, все под старину, как бы вот немножко, оно недоработанное, кажется, да? Но это так выдержан стиль. И застежечка, опять карабин, замочек. Все как полагается. К нему мы подобрали серьги. Посмотрим, насколько они будут востребованы. И тогда можно будет расширять уже по полной коллекции. Посмотрите, какая интересная работа. Вот эти вензеля, уходящий металл. То есть ничего с ним не делали. Вот как закрутили, так и закрутили. Цвет раухтопаза. Опять же, серьги не тяжелые, но очень длинный и очень эффектно смотрится, когда вот это одеваешь к вечернему облику, просто великолепно. По тяжести вот самая золотая середина. Такое же колье мы взяли с цветом горного хрусталя, ибо цвет горного хрусталя, да, то бишь бесцветный, он всегда, мне кажется, как нельзя кстати, практически к любому наряду и может хорошо работать базой. Даже со строгим костюмом, если вы, например, в проем белой рубашки или блузки наденете вот такой немножко брутальный наряд, то великолепный рабочий вариант вам как бы обеспечен, да, вот такая вот нотка. И вот один вариант мы выбрали вот такой, видите, треугольничек тоже очень интересный. Опять же, у нас такие вот серебряные гречишные зерна завершают композицию. Еще раз, тактильно, безумно приятные вещи. Поэтому, я думаю, мы вас порадовали с наступлением Нового года. Но наши традиционные заводы Вега, Циркон, Эффект, Сереброника, все у нас впереди, и мы с вами еще порадуемся многим другим новым коллекциям. И мы, конечно, ждем вас в нашем магазине. Всего самого-самого хорошего.